Американская Tesla Motors принуждает владельцев авто скрывать случаи поломок своих машин. Как передает канал CNN, компания просит автолюбителей подписывать соглашение о неразглашении информации о неисправности, поломке, ремонте машины и даже самого документа. Сейчас этим вопросом занимается Национальное управление по безопасности движения на трассах США. Тем временем, по данным Bloomberg, акции Tesla упали на 2,6%. Это случилось после того, как уполномоченное агентство заявило, что изучает потенциальные проблемы подвески люксового электромобиля компании.